Всем привет! Сегодня мы с классом едем в Профиленд, и все это время вы будете со мной наблюдать и так далее. И если вам интересно, что будет дальше, то смотрите дальше это видео и никуда не переключайтесь, можете взять с собой чаек и смотреть дальше. А дальше меня подвела моя программа видеомонтажа. Дальше мы пошли в свою студию, рассказывали о своих хобби, но, к сожалению, этот кусочек не записался, поэтому сейчас вы можете посмотреть только, как мы дурачимся и типа записываем новости 505 века. Мы находимся... О, я тоже хочу! Новости 505 века! Здравствуйте, это новости 505 века! You should be stronger! Да, все, мы идем! Ну а дальше мы пошли осваивать еще другие профессии, но, к сожалению, я пришла туда, чтобы поразвлекаться, а не поснимать видео. И это все, что я успела снять, но потом у нас начался мини-сюрприз, типа того. В общем, был типа концерт, они там пели, мы там танцевали и так далее. И сейчас вы сможете посмотреть, как это все было. Дальше нам дали гамбургеры и соки, и мы сели в автобус и начали обжираться. И если вы хотите посмотреть, как это все было, то можете сходить еще один чай или за закуской. И сейчас мы посмотрим, что у нас происходило в автобусе. Мы сейчас находимся в автобусе, и вы, наверное, думаете, что это за фигня. Ну, хотя любой дебил поймет. Желтые ногти вот эти взяли нам. Нам дали шарики и еду. И весь да. Автобус шариков и еды. Да. Еде, это масок и бургер. Да. В общем, сейчас мы будем кушать. Мне очень понравилось в Профиленде именно... ТВ-студия, она просто офигенная. И теперь я понимаю, почему все певцы, Саша Спилберг, вот это та же, да, очень красиво поет. Дело в том, что в наушниках она себя слышит. Может, сейчас думают, смотрят, дебилка, что ли, только что узнала. Ну, понятно, да? Сейчас мы будем кушать. Не очень хочу, чтобы вы видели, как мы будем кушать. Поэтому ждите нас. Через одну секунду мы появимся. Что могло произойти дальше? А дальше нам дали шарик, лишний шарик, и мы решили вдохнуть немного геля. Я это делала первый раз, а Диана уже не знаю какой. Мы можем вдыхать гель. Ну а дальше все разошлись по домам, и походу я осталась одна, но потом я тоже пошла домой, но, к сожалению, больше я не снимала, и спасибо большое, это было просто офигенно ходить в Профиленд, и тем более я там была всего лишь один раз, но теперь уже два, и это было просто офигенно-преофигенно.